Здравствуйте, подпишитесь на канал, ставьте лайк. Чтобы снять без карты, заходим на свою карту. Вот. Выбираем свою карту. Действие. Снять наличные без карты. Вот. Пишем сюда телефон, номер, можно любой. Туда придет смс. Да. То есть код. Так, должен быть только Береке-банк, да. Так, теперь я написал номер телефона, сумма снятия, комиссия 200 тенге, лимит снятия через банкомат за одну транзакцию 100 тысяч тенге, а в сутки до 30 тысяч тенге. Нажимаю подтвердить. Так, еще раз проверяем, да, 10 тысяч, комиссия 200 тенге. Не забываем ставить, я принимаю ответственность за сохранность кода и все дальнейшие использования. Нажимаю подтвердить. Придет смс на номер телефона. Так, это первый код. Да, первый код сформирован на 24 часа. На указанный номер, который мы указали, придет смс со вторым кодом для снятия. Так, теперь я в банкомате вот нажимаю, так, выбираю язык. Угу. Дальше снять без карты. Вот. Видите оба части кода. Так, первый код у меня. Так, вот первый код написал. Теперь второй код. Пришел смс, да, вот. Пишу второй код. Так, написал второй код. Вот. Нажимаю продолжить. Так, вводим сумму, которую мы указали в приложении. Да, это у меня, вы знаете, 10 тысяч. Нажимаю продолжить. Запрос обрабатывается. То есть без карты я снял. Деньги. Так, операция продолжить? Нет. Берем чек. Ставьте лайк, подпишитесь.